Мы были созданы, чтобы жить во времени, чтобы жить в пространстве, чтобы жить в модальностях. Ну, модальность, интенсивность. Вот. Это все наши, как бы сказать, задачи. Вот. И если во времени вы начинаете жить как бы объемнее, то вы и теряете ощущение складки. Я вам рассказываю на красной таблетке, что если у вас есть другие люди, то и с которыми вы по-настоящему взаимодействуете, то вы не можете бояться смерти, потому что у вас в голову эта ерунда не придет. Потому что когда надо бежать там, одного кормить, другому по попе давать, значит, третьего по голове гладить, ну, как бы, когда все это у вас, вы не думаете про смерть, вы внутри, как бы, социума. Вот. Но второе, что вот это важное, это то, что когда вы чувствуете эту насыщенность времени действительно происходящим, когда мышление что-то творит в реальности и насыщает реальность действием. Вот. Поэтому что? Мы с вами изобрели машину времени, вот, которая, если не позволяет путешествовать во времени, то, по крайней мере, позволяет вылезать из ее складки. И в мире, который превращается все более и более в плоскую, примитивную, скучную, скучающую муть, оказывается, можно произвести жизнь такую бойкую. Вот, если у вас это стало получаться, я очень вам как бы благодарен, потому что значит все не зря. Поздравляю!